Итак, друзья, привет. Очередная охота. Там, где относительно недавно охотились, был подсолнечник. Уже, как видите, все это дело убрали. Вот, но голубь здесь есть. Сейчас я тем более заходил, прям большая стая отсюда улетела. Голубь кольчатый. Горлица. Поэтому попробуем что-то как-то добыть. Окей, пролетело. Это у нас подстанция газовая, там никого не бывает, то есть там в каких-то аварийных ситуациях. Это мы уже находимся за населенным пунктом, вон голуби летят. Пожелайте нам ни пуха, ни пера, ребята. Немного постояв, я решил пройти чуть дальше. И вот такие моменты тоже случаются на охоте. Вот так, без выстрела была добыта первая горлица. Если кто не понял, то мы добрали сейчас чего-то под ранком. Через густую крону я увидел сидячую горлицу. Я увидел сидячего подранка на ветках, но так как была приближенность трассы близко, стрелять было невозможно в сторону. И поэтому я решил на свой риск попробовать ее стряхнуть веткой. Это у меня получилось. Определившись и понаблюдав за голубями, я сделал вывод, что это место не оптимальное для стояния здесь на голубя. И увидел посреди поля небольшой орешек и амброзия. И вот решено было туда перейти, потому что голуби садились то на проводах, то летали над этим местом, то садились прямо вблизи от этого места на дисковку. Вот сюда я и направился. Ну вот куда?
Есть попадание, но голубь под ранком дотянул до густого дерева. Позже я ходил туда, но крона настолько была заросшая, что я даже ничего не смог рассмотреть. Так я его и не добрал. Миша. Ну куда ты опять? Итак, повторюсь, друзья, патроны из Skyway Industrie 7,5 на 24 грамма. Для МРК не подходит. Красиво. Ну, как вы видите, как не подходит, частично. Слабоватый заряд. По крайней мере для перезаряда. Итак, друзья, продолжим, что патрон слабоват для перезаряда. А это очень важно, потому что налетает стайка, бывает бах первым, там не попал или еще что-нибудь. Вторым, например, можно бить, там третьим. Но после того, как первый начинает клинить, тут уже не до других голубей, хотя другие могут тоже налетать хорошо. Поэтому их все меньше и меньше. Буду я их достреливать, ничего страшного. В таком типе охоты, когда голубь налетает периодически, это не страшно. Просто что можно было за раз там и пару выбивать. Я стараюсь по одному, по два выстрела делать максимум. Далекий был голубочек. Метров 40. Как бы я стараюсь гораздо ближе стрелять, чтобы наверняка, потому что, как вы видели, подранки, ну и то же самое заряд все-таки слабовато. Люди стреляют и 28, и 33 грамма. У меня лежит семерочка 33 грамма. Так, вот он, еще один летит голубочек. Дай бог, чтоб на нас. Эх, на солнце и довольно далековато. Прям через солнце пролетел. Аж прям прислепило. Так, а вот еще это он, что ли? Круг дал. Мог я эту горлицу стрелять сидячей, конечно, сесть вот тут вот, но здесь как бы, во-первых, посад, так вот еще голуби летят. Это вроде так же, но что-то я
Что-то я не стал. Значит, не мои. Ничего страшного, ребята. Бывает, чуйка сама говорит, что не стреляй. Почему не стреляй? Это уже не важно, но... Будут еще другие. Я вон тогда решил стрельнуть, бахнул и попал. Ух ты ж, хорошо летел. По высоте, но отвернул. Еще и на солнце так вот пора. После выстрелов голубь стремится весь на провода, он как если камера передаст. Вот и сели на поле. Ну то есть стоит стрельнуть разочек, они начинают все-таки разлетаться, потом возвращаться. На это бы поле 2-3 охотника. Одному, например, вот под тем столбом стать было вообще обалденно. Они там как раз и на провода садятся и курсируют. Вот, а другому где-то вот на уголке там стать, тоже повернуться в поле. В любом случае охота удалась. Вон сколько трофеев, я потом подытожу. Нам где-то, наверное, с полчасика еще постоять и все. Больше я таких патронов, зарекаюсь, брать не буду. Слабые заряды, даже не по выбрасываемости, а даже по дроби. Что это такое 24 грамма, это ни о чем. Тут представьте, 33 грамма, да, ну не в два раза, но все-таки сноп летит. Ну, там и, конечно, травмирование тушки, конечно, гораздо больше. Поэтому тут, в принципе, как правило, 1, 2, 3, 4 дробины. Поэтому мясо само не сильно разбито получается. Посмотрите, как получилось, что подсолнечник убрали. Был бы подсолнух, они бы гораздо ближе подлетали, бы налетали. Так, стайка начинает в стороне взлетать. Вот. Здесь она ближе бы выстрелы происходили. Туда ушли. По идее, скоро вообще уже лед прекратится. Три подранка точно ушло. Один вот сюда на дерево сел, но там он такой, что все-таки на ветку еще и перелетал. Один вот на это дерево. Оно густючее, под ним пролез, ничего вообще не видно. Там такая крона широкая. И видите, какие листва, какая густая. Ничего не разглядеть. Вот они, видите, как голуби. Ну это их стезя. Тянуть до последнего. Ради спасения. И наша, ребята, работа, чтобы этого не допускать. Чтобы дичь была чистой, да, так не летает. Вот видите, что происходит. Мог бы пару выстрелов сделать. А по факту получается, что один. Бывает, даже не довыбрасывает, а загоняет его обратно. Выстрел-то так вроде четкий. Этот вообще будет голубь хорошо битый. Он налетел. Отлично. Перышки сыпятся. Такие патроны хорошо подойдут для вертикалок. Ну, имеется в виду не полуавтоматов. Потому что там это не критично. Сам выстрел не скажу, что плохой. Поначалу мне казалось, что слабоватый. Ну, слабоватый, скорее всего, как бы к моим привычкам, когда 28, там и 30, и 40 граммов были выстрелы. Так, еще одиночка летит. Вот, поэтому... Где он там? Так. Поэтому получается, что по ощущению слабовато. Так, это будет себя крутить.
И все. По факту, друзья, уже можно закругляться, я вам так скажу. На время посмотрим. Так, ну что мы, наверное, будем закругляться. Хотя еще летает, нужно еще пусть 5 минут, 15-20. Но это уже мизера. Так, друзья, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Все. В принципе, неплохо. При том, что 4 подранка. Ну и куча неприятных было моментов с недовыкидом. Итак, друзья, наша охота подошла к концу. Получилась довольно насыщенной и довольно удачливой. Жалко тех голубей, которые были недобраны, но это охота, и с этим никуда не деться. Приходится мириться. Всем спасибо за просмотр, и ни пуха, ни пера. До следующих видео. Пока-пока.